Следующая информация будет интересна предпринимателям. Краевой департамент инвестиций и развития малого и среднего бизнеса объявляет о повторном проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, связанных с созданием или обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, развития их научно-технической, инновационной и производственной базы. Размер субсидий составляет до 3,6 миллиона рублей. Прием документов на получение данного вида государственной поддержки будет осуществляться с 21 по 23 августа в Департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края по адресу город Краснодар, улица Красная, 57. Телефон для справок 8 861 251 75 49. Также дополнительную информацию можно узнать на сайте департамента в разделе «Инновации».